Привет, ребят! Кто забыл, я напомню. Канал Белку Фэмили, и меня зовут Татьяна. Приключения в Стамбуле продолжаются. Я отправляюсь на очередные смотрины квартиры, так как вчера мы ничего не выбрали. Сегодня погодка такая же пасмурная. Вероятнее всего, даже будет дождь. И поэтому я одела черную куртку с капюшоном. Поедем мы опять в то же самое место, которое займет 2 часа пути, тем же самым маршрутом, только будем смотреть другую квартиру. Приехали на назначенное место, стоим, гадаем, какое же все-таки здание. Чонг думает, что это, а я больше чем уверена, что вот это. $100. Ну, давай я помню. Have. And if I win, you give me $100. You're again. I'm come back $100. Okay. Okay, you now, this make. You understand? This style. Need hand here make. Yeah, this Russian style. Короче, мы поспорили. Сейчас узнаем, кто выиграл. Похоже, кое-кто проиграл. Hello. Hello. Do you speak Russian? No. No, no only English? Okay. Вторая комната, гостиная. This now people no live, yeah? No, I'm two years. Two years? No lived. Говорит, что 2 года здесь никто не жил. Оно видно. This man say 2 years. No, live, yeah. You need to subscribe button click. This apartment owners live Arabian. Ah. More apartment? Yeah, maybe get more. No? Only one? Only this one. I have no. Hey, dangerous. Yeah, rent hotel. Why you come here? Why I go here? Want make ikamet and live 1 year. Торгуется. Квартиру мы закончили смотреть, сейчас будем думать. Мне что нравится, здесь очень много маленьких магазинчиков, а если пройти 10 минут, то там целый торговый центр, Starbucks, много кафе. Место благоприятное для жизни, так скажем. Все в шаговой доступности. Ну, квартира, конечно, немножко в запущенном состоянии. Я бы сказала, не немножко. Но парень сказал, что клининговую компанию не наймут, дом почистят. В общем, надо подумать. Времени мало, место, по сути, хорошее, если только облагородить квартиру. Ну и, в принципе, условия неплохие для аренды и вообще. You know? You lose. What? You lose. Why? What? Finish. What? What code? You lose $100. No, you say. But this is yours, this is toil, man. Okay. Okay? Yeah, this man. Why okay? No, understand? Он считает, что мы рукопожатие разбили вот так вот, как у нас это принято. Значит, типа, сделка не состоялась. No! This really! Yeah, yeah, here. Yeah. Yeah, okay. No, okay.
Ну, кто-то просто проиграл мне 100 долларов и не хочет в этом признаваться. You Scrooge. Он просто Scrooge Макдак. Я его сейчас это провоцирую. You Scrooge? Ну, конечно, очень удобно сейчас придумывать сказки. Зашли в торговый центр, который рядом находится, чтобы оценить обстановку. Ну, раз уж мы здесь, почему бы не сходить в Starbucks? Чизкейк? Окей. You like macaroni. Окей. Maybe you too? Change this. Or choice. Or this chocolate nugget. Or this. You this, yeah? This, yeah. Macaroni cheesecake. Yeah. Why you choose? I choose you. Pikachu, I choose you. I'm brownie cheesecake, okay? No? Chocolate? Bread strange, maybe delicious. Все равно будет так, как я хочу. Я выбрала десерт, ему и себе. Проверим. Your latte grande. How much is it? Yesterday 23, 24. В общем, здесь кофе стоит 20 лира. В районе ISFE Starbucks стоит 23 лира. 23, а? 23, 18. Ну, где-то 24, наверное. Все-таки в туристическом районе дороже. My bad English. Starbucks people all understand. Идем и размышляем на тему квартир. Он говорит, что мне снова нужно будет завтра вставать рано. И я так не хочу. Начинают ребята приветствовать. When you come here, I have a bring that fresh bread. Coming with you, go with me in front of the house. You want to try soup? I have a lentil soup. You want to try barbecue kebab, fish for beef, for lamb, it's grilled. Mm-hmm. All dishes coming with salad, with rice, with chips. Special food, this we have a special food for your chef. Chicken with salt, cooking all the curious? You want a Turkish pita bread? I have a Turkish pita bread. You want a pizza? I have a pizza, I have a pasta. Maybe try the steak? I have a steak. And try cuisine, is the Turkish cuisine, special Turkish cuisine, try delicious. Is it beef cuisine? Is it chicken cuisine? Lamb shop cuisine? Is it lamb cooking pan coming with rice with bread? Is it chicken? Is it fish casserole? Is it vegetarian casserole? I want to try fish. I have a fish. Thank you for giving me chance, brother. Really, well recommended. When you check your smartphone, you already see the Antakya restaurant. The first, I will give you our fresh bread and the yogurt. That's our compliment. It's just bread? That's Turkish fresh bread. You are cooking inside here. That's our compliment. You can only find like our restaurant, really. When you check it, TripAdvisor already you see, brother, really you are the best. Also, you can check that for our starters, hummus, abu ganoush, hotip, the soup, kepe, baked mushroom, all we are cooking in oven. All my food is so delicious, you can't believe that. Also, Turkish ravioli, maybe you heard, it's a local ravioli. Turkish food. It's bolognese, tampolita, it's chicken fettuccine, all you can see. Also, that my pizza, that page, all this fish, the grilled fish, sibas, shabrams, shrimps. Also, the salmon. Yeah? Really, you can find everything. Thank you so much. Also, if you want, you can try our traditional. It's all is for two person. Do you like it? Really? Yeah. So. Try to stay. Here is a very good price. Another steak, 200 food, yeah? Yeah, steak, Sam. Get up again. You can choose? What? You can choose inside. Fish? Yes, all the fish, all fish. Thank you very much. Thank you. Вообще, я в замешательстве. Что есть?
У нас просто не было даже выбора. Нас вихрем сюда затянуло. Это меню больше. Здесь вот, да? Микс, yes. Lemon and chicken. Okay. Okay. And tea. Tea. Yeah. Okay. Мы заказали рыбу совсем другую. Шампиньон, ну, сэр, говорит, рыба одна и та же, на самом деле это не так. Мы пришли домой. Я наконец-то сделала то, что хотела сделать весь день. Завалиться на кровать. Честно говоря, очень устала. Весь день на ногах. А сложность, собственно говоря, в чем? Очень сложно арендовать квартиру. Через хозяина арендовать квартиру практически невозможно. Одни сплошные агентства. Приходится пользоваться услугами агентства. Но даже агентство работает не так быстро и хорошо, как хотелось бы. Чтобы вы понимали ситуацию, у одного агента по недвижимости может быть только одна квартира для аренды. Все. Стамбул город не маленький. Занимает это где-то 2 часа езды, смотря куда ехать, может и 3 занять. И это только в одну сторону. Приезжаешь, смотришь, устраивает, не устраивает. Не устраивает, едешь обратно, уже почти день прошел. Отвечают агентство не быстро. Из 10, может быть, ответят каких-нибудь 2 человека. И то это может быть не сразу на следующий день, когда торопишься. Это вообще не радует. Ну, в общем, пока сложность заключается в этом. Найти квартиру, которая будет по душе, найти ее быстро, здесь сложно. Сами же агентства объясняют это тем, что в основном не сдают они квартиры, они цены делают на продаже квартир. Но опять же, все равно непонятно. Сюда так много ездит людей путешествовать, и серьезно, так мало квартир для аренды. В общем, вот такие странности, с которыми я сталкиваюсь периодически. Сейчас опять будем полночи сидеть, квартиру выбирать, потом спать и с утра рано вставать. И опять ехать на смотрины квартир. Thank you for watching. Давайте путешествовать вместе.